Всем привет! Сегодня будем фрезеровать вот это небольшое поле вот этим вот мотоблоком прораб на 10 лошадиных сил. Мотоблок используется в основном только для передвижения, ездит с тележкой. Фреза второй раз одевается за все время. И то первый раз одели неправильно, поставили фрезы задом наперед. Давайте будем пробовать, заводим. На первой пониженной передаче. Ну что я могу сказать по поводу фрезеровки тяжелым мотоблоком? В принципе, быстро, не особо тяжело. Не знаю, какая глубина, но я думаю, хватит на зиму. Плугом не стал пахать, потому что один корпус у меня на мини-тракторе и долго. Плугом будем пахать весной. Он берет все-таки, я думаю, глубже, чем этот. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.